О боже мой, что произошло? Почему я в реке? Я вообще ничего не помню. А, погодите, нет, вспомнил. Чтобы завоевать уважение моего отца, короля бандитов, я решил стать самым уважаемым человеком в городе. Для этого я устроился надзирателем в тюрьме, чтобы найти там самых кровожадных бандитов, которые бы стали частью моей банды. Но эти ребята организовали побег, и в погоне за ними наша машина улетела в пропасть. Фух, как хорошо, что я вспомнил все сразу. И это не из тех серий, где я потерял память. Что? Водопад? О нет, греби, маг, греби! А, стойте, погодите, это же водопад позади меня. Он мне не угрожает, хотя как-то обидно. О, теперь водопад там, где нужно. А-а-а, нет! Нет! Вот, неплохо было. Ладно, пора просохнуть и решить, что делать дальше. Какая-то срань, я хотел просохнуть, а в итоге просто сижу и мокну дальше. Вот бы сейчас солнце выглянуло. А! Это что я сделал? Стоило мне сказать, и сделалось ясно. И я теперь вижу ясно. Неужели я ясновидящий и ясноделающий? Надо срочно в город. Всем хай, с вами Юджин, и сегодня мы снова играем в приключения Маквысера в GTA 5 RP. Важная инфа перед тем, как мы приступим. Если хотите попасть в выпуск по Маквысеру, переходите на сервер Ламеса, ссылка будет в описании. Также там в описании есть ссылка на мой собственный Бусти. Заходите, поддержите канал, если у вас такое желание появится. А я думаю, оно появится, потому что вас ждет довольно-таки сумасшедший выпуск. Важная ремарочка, все выпуски по GTA это всегда экспромт. Я никогда не знаю, что будет происходить в видосе. У меня есть некие идеи, как он должен начаться, но что будет происходить дальше, я не знаю. Но в этот конкретный раз я попросил администрацию сервера мне немножечко подыграть. Я думаю, мы повеселим игроков. Ну а теперь приступаем. Надо срочно в город. Когда человек обнаруживает в себе такой дар, его нельзя не дарить людям за деньги. Только пешком очень долго. Погодите, а в какую сторону город-то? А, я вообще в море плыву. Надо выйти на дорогу. О, боже мой! Я испугался. Подвезите, подвезите, подвезите. Я так и знал, что он меня не подвезет. Я это видел. Сэр, подвезите меня, пожалуйста, подвезите, подвезите до города. Ну, по пути где-нибудь выкину. А куда вы едете? По дальнему маршруту. Хорошо. О, мы, кажется, приехали. Удачи тебе. Всего доброго. Итак, мы в мэрии. Как в нее зайти? Гражданин, здравствуйте. Стойте, остановитесь, пожалуйста. Здрасте. Можете встать к стеночке для обыска вашего по статье 3.1? А, то что-то произошло? Ну вот, это общественное место. А это разве не мэрия? Это мэрия, мы тут работаем. Да, я хотел бы компанию зарегистрировать, офис открыть, бабки вложить. Встаньте к стеночке для вашего обыска и пройдемте, я вам покажу, где создать. Да что ж такое, почему меня везде обыскивают? Предлагают начать обыск, хорошо. Пройдемте. Все, можно идти? Да, пойдемте, я вам покажу. А я не могу зайти. Почему? Ну, у меня нету здесь возможности пройти. Ну, пойдемте, да-да, с другой стороны зайти. Вот тут можете зайти? Нет, какие-то темные волшебные силы не пускают меня внутрь. Пустите меня внутрь! Смотрите, давайте я вот так сейчас попробую наручники и проведу вас по пробу. Давайте. Все, я в вашей власти, давайте. Так, вы зашли, да? Все. Вот, погоди. Стоп, я падаю в... Я просто провалился в... Я не знаю, куда. Давайте сейчас еще раз попробуем, только я вас не буду отпускать, будьте в моих руках. Давайте попробуем так, хорошо. Мне кажется, это хорошая идея. Давай, вперед, я готов. Подключаю свои магические способности. Вот, идем. Кстати, я там, я вижу свечение магическое. Вот, секунду. Введите название будущей организации, у меня здесь есть. Ясноделающий. Я не знаю, сделалось оно или нет. Кажется, есть. Все, давайте, выводите меня отсюда. Я вывел вас. А, есть, фух, спасибо. А как вас зовут? Мак. Вот теперь вы Мак, ясно... Делающий. Делающий.
Да. Так, приятного дня вам, приятного развития. Да, вы пошли выполнять интересные обязанности. Давайте, ребят, удачи вам. Так, какой-то офис мне нужно открыть. М, конечно же. М — это Мак. Стоп, но не могу же я открывать свое дело без хорошей машины. Я устал ходить пешком и на такси. Классический автосалон. Вот, сюда мы пойдем. Так, кажется, я нашел машину для Мака. Заходим. Вот она, идеально. Так, теперь нужно цвет. О, да. Так, тест-драйв давайте проведем. Едем. А, столбы. Мои давние враги. Пошли в жопу, столбы. Покупаем, конечно же. Где она? Есть. Это что, мое? И никто не угонит? Вот, открыть. Есть. Все, вот оно, мое. Я думаю, нам нужно еще приодеться для своего нового бизнеса. Надо выглядеть подобающе. Как может выглядеть человек, который знает все? Так, нет, я не знаю, да. Еще, погодите, цвет. Вот, нет. Нет, надо что-то более ясновидящее. Вот, вот такая прическа идеальна. Ну-ка, посмотрю себя в зеркало. Прекрасно. Так, теперь нужна одежда. Как раз здесь рядом. А, блин. Ублюдок! Машина мне помял, гад. Проклят будет. Заходим. Так. Ну что, приоденемся? Погодите, есть, вот он. Итак, как я выгляжу? Как яснодействующий. Ну что ж, поехали. Где там наш офис, который выбрал? Вот, держим путь в М. Посмотрите, какой я теперь стильный. Ага, вот и офисное здание. Я предвижу, что это вход. Вы можете купить офис для своей организации в этом здании. Давайте смотреть варианты. Ох, как высоко, близко к небесам. Я беру. На счету организации нет столько денег. В смысле? Надо настроить организацию еще, выбрать префикс. Что это у нас? Общество, организация, семья, орган, династия. Так, теперь нам нужно деньги положить на счет организации. Пойдемте, надо в банк. Да ё-моё! Дружище, ты хочешь себе плохое будущее, что ли? Я могу наколдовать, если чё. Потому что ты меня бросил прямо под колеса. Не спорь со мной, я шел на тротуар, и, ты в меня въехал. Ну я же случайно тогда. Выйди, хоть я на тебя посмотрю. Хотя нет, стой, погоди, не выходи. Да я угадаю. Я вижу, что ты... У тебя светлые волосы. Неправда, они темные. Пошли вам машину почини. Вот! Видишь, я сказал про темные волосы, и ко мне подошел человек с темными волосами. Вот, что я видел. Да я угадаю, в твоем имени есть... Я прям вижу, буква... А. Ну, есть. Есть, да, я знаю, я видел. А начинается. Не, ну такое нельзя было предвидеть. Так, а вот и банк, а вот и банк. Вот и банк. А дайте 20 тысяч мне, пожалуйста. Я что, похож на банк? Нет, на богатого чувака похоже, леопард, такие штаны. Как эскортница, но только мужчина. Нет, я не такой образ себе хотел, перестань. Давай, подумай, кто я. Как ты думаешь? Сутенер. Но я уже сказал, он сказал, это не такой образ. Нет, адвокат. Это не я. Слушай, давай теперь я угадаю. Я вижу, что у тебя имя начинается или не начинается, но оно, там присутствует буква А. Не угадал. Не угадал? Да. Б? Нет, Б буквы нет. Я вижу, секундочку, погоди. В? Нет. Г? Есть такая, есть. И буква А есть, я просто ее не увидел. Ну я увидел зато. Короче, тебе нужно 20 тысяч, правильно? Ты их сейчас у меня из уха достанешь, ты об этом сейчас? Ну, не совсем. Я все-таки не фокусник. Предлагаю устраивать шоу, где я буду рассказывать людям их будущее или прошлое. Ты будешь в толпе зазывать и говорить: ого, в моем имени и правда присутствует буква А. Нам нужна только большая аудитория, чтобы была. Большая аудитория вот тут вот, на этих кубиках. А вот и первый клиент. Вы пришли на сеанс как раз вовремя. Пойдемте. Он что, не говорящий? Он молчит. Так, я сделаю так, что он сейчас начнет говорить. Сейчас. Я дарую тебе речь. Дарую тебе речь, скажи. Первый клиент исцелился. Ты теперь можешь как минимум издавать страшные звуки. Ну что, тогда... 50 баксов за чудо. У меня только деньги на такси, которые я выключил. Сколько у тебя денег на такси? 250. Ну, десятку давай. Мы только начинаем, поэтому цены еще низкие, так что тебе повезло. Куда он делся? Спалился, это фокусник. Я не фокусник, я ясновидящий, ясноделающий, если быть точнее. Давай, я угадаю твою букву. Давай. Держи меня за руку, я должен прочувствовать это. Присядьте, все присядьте. Не сбивайте энергетику. Вижу S. Фамилия есть S. Вот, оно, да. Я вообще думал, что-то типа Иисус, но вы слишком голубой для этого, поэтому... Что-то другое.
Так, я поздоровался с человеком и отпульнул его своей силой. Видите, как он отлетел? Видел. Это энергощит, да? Да. Я забыл защиту снять, и все, кто ко мне подходит, отлетают. Все, я снял. Вы теперь не отлетите, не переживайте. Что ж, ребят, я тут концерт организую. Пойдемте на трибуны. Пойдемте, ребят, усядемся. Смотрите все, встаньте все, быстро. Иисус, ты сейчас сможешь пройтись по воде. Иди! Иди! Смотрите все! О боже мой, он идет! Они все идут, черт! Я переборщил с магией. Так, а вот здесь небольшое пояснение. Я попросил админов сервера подсказывать мне имена игроков. Ну и всячески подыгрывать мне в моих магических трюках. Да, я понимаю, это читерство с одной стороны, но с другой, что есть магия. Дружище, хочешь, я тебе сеанс проведу ясновидения? Давайте. Давай, сначала я хочу твое имя узнать. Нужно немножечко подождать, стой на месте. Я вижу. Боб... Де Спонж. Все верно, Де Спонж Боб. Де Спонж Боб. Отлично, а теперь тебе. Хочешь, я тебе скажу, как тебя зовут? Секунду, надо подождать. Я вижу букву Т. Имеется. Я вижу букву А. Имеется, имеется такая. Знаешь, есть такой город прекрасный. Он находится далеко отсюда. Токио. Это, да, имя мое, мой город. Офигеть, я ясновидящий. Я в шоке, блин. Теперь кто-нибудь заплатит мне 50 баксов всего. Держи. Токио 250 заплатил. Кто даст больше? Кто это к нам подъехал? Давайте посмотрим. Ты там, внутри, человек? Тук-тук-тук. Тебя случайно не... Сейчас. Секунду. Игорь! Ты Игорь? Угадал. Все, 50 баксов, Игорь, за сеанс ясновидения. Куда поехал? Ты умрешь? Ты умрешь там! Ты умрешь, если поедешь сейчас! Вот, все, хорошо, умница, правильный выбор. $500, Игорь, умница! За это я еще фамилию скажу. Какой-нибудь Смит. Да, правильно. За это тогда еще. 1000! Бизнес процветает! Так, друзья, я сейчас как раз-таки провожу набор в свою компанию, в свою династию, даже если быть точным. Я заместитель. Он мой заместитель. Иисус, Мойша, Токио и Игорь. Мне надо в банк, подвези нас в банк. Поехали на мои. Иисус, давай, гоу. Нужно в банк, срочно. Перейди в банк. А, вот банк. Как быстро доехали, побежали. Счет ясноделающий. Пополнить. 1000000. Подтвердить. Все, на счет. Счету 1000000. Теперь нам нужно ехать в офис к букве М. Друзья, садитесь. Вон, возле той красной машины остановись. Пойдемте со мной, я офис буду сейчас арендовывать. Окей. Так, мы здесь в офисе. Давайте покупаем. Опа, вы уже все здесь. Игорь, ты уже тут ждешь нас. Ты теперь наш секретарь. Да-да. Ладно, парни, я понимаю, что вы уже все очень рады этому всему, но мы забыли один важный момент. Какой? Собеседование, конечно же. Пройдемте со мной по очереди. Так, давай, кто первый на собеседование? Ну, допустим, я. Итак, скажи, чем ты можешь быть полезен нашему бизнесу? Я умею очень хорошо уговаривать людей. Уговори меня взять тебя на работу. Сделай мне, как бы, предложение. Устроить тебя на работу. Ты возьмешь меня на работу? Нет. Ну, возьмешь меня на работу. Я не понимаю, за кого ты меня принимаешь? Ты возьмешь меня на работу. Парни, вы бы взяли его на работу? Нет. Вот, ты не убедил. Ну, ладно. Это медовуха личного производства, брат. Почему она желтая? Это же медовуха из меда, брат. Скажи честно, ты нассал в эту бутылку? Нет, в эту нет, честно. То есть остальные ты ссышь? Прекрасно, мне нравится. Мне нравится твой находчивый ум и твое стремление устроиться. Ты принят. Спасибо. Следующий. Давай, Игорь. Ну скажи мне, почему я должен взять его? Хороший человек. Он хороший человек, ты думаешь? Все 5 минут хороший человек, молчаливый. Хороший молчаливый человек. Ну да. Хорошо, следующий вопрос. Почему ты думаешь, я должен взять Иисуса? Ну на самом деле вообще никак. Как не думаю. Правильно, потому что ты секретарь. Секретарь особо думать не должен. Иди за ресепшн. Я не хочу тебя видеть сейчас. Хорошо. Отмени все мои встречи. Я последний. Да, получается, ты последний. Но, слушай, ты сказал ровным счетом ничего за все это время, а значит, сошел за умного. Поэтому я тебя беру. Вы все теперь часть моей династии. Так, ребят, нам нужно обсудить с вами бизнес-стратегии. Пойдемте. Присаживайтесь. Итак, смотрите, я стал ясновидящим. Как видно на этом экране. Он выключен. Да. Твою мать. Где наш чай, Игорь? Сейчас будет. Спасибо. Пока он ушел, давайте медовуху распивать. Сейчас я богатый. Ох! Слышь, ты правда нассал все-таки в эту бутылку. Но это святая вода. Какой у меня план? Я хочу найти какую-то большую аудиторию. Есть ли что-то тут большое? Какой-то актовый зал в школе? Есть. Мы бы могли там собрать большую аудиторию, и я бы видел ясно. Побежали по машинам. Секретарь со мной может поехать. Погнали, друзья, сейчас будет концерт. Какое живописное место у нас. Так, мне кто-то звонит. Иисус мне звонит, походу. Короче, у меня наушники сели, пришлось подключить эти, поэтому продолжаем. Так, мы на месте. Спасибо, что подождали, у меня проблемы со слухом были. Окей.
Я готов. Пойдем где-то. Пошли. Вперед. О, да. О, да. Мне нравится. А че никого нету? Где народ? Так, сэр. Сэр, мы вас ждали. Вопрос. Псевдоним Великий Маг. Он подходит? Великий Маг. Нормально, мне нравится. Нравится? Хорошо. Тогда еще скоро уже будет народ. Я пока должен пойти настроиться. Диджей Игорь? Молодец. Да, да. Так, саундчек, саундчек. Хорошо. Кто-то... Давай, Иисус будет диджеем. Игорь, ты будешь на гитаре. Фотокарточку на память хотелось бы сделать? Я готов сфоткаться. Фоткайте. Одну секунду. Вот такая поза. Нормально? Каждый в своем образе. Нифига себе. О, народ собирается. Мы будем так стоять, пока народ не соберется, да? Можно начинать? Да, начинайте. О боже, я нервничаю. Вы сами ставите или вас представить? Да, давайте, я уйду за сцену, а вы меня объявите. Ну что ж, давайте начнем наш мероприятие. Сейчас на этом амфитеатре перед вами выйдет величайший маг, победитель битвы экстрасенсов. Давайте его встретим аплодисментами. Я здесь! А, здорово! Здорово, Вудсток! Итак, представляю свою команду. Сейчас со мной вместе на сцене Иисус, человек, который ходит по воде, который делает медовуху. И это не то, чтобы он там ссал в бутылке, нет, не подумайте. В правом углу сцены Игорь, лучший в мире секретарь. Он знает все ваши секреты. А ну расскажи мой. Я могу сказать твое имя. Давай. Вот первый человек. Первый человек на сцене. Уже доброволец есть, который хочет проверить мои магические способности. Подойди. Ой, стоп, я забыл представить еще одного человека. Токио. Итак, вторая буква твоего имени. Е. Да. Тебя зовут Ле-о. Леонид. Да, Ильша фамилия. Кудлоу. Вы все видели. Давай, Леонид, выходи. Иди на сцену. Вставай здесь. Иисус, стой сзади него. Ты понадобишься здесь. Сейчас я отойду, выставлю палец. Все готовы? Это опасная очень магия. Раз, два, три. Бяу! Боже мой, я Иисуса подстрелил. Иисус! Это было не запланировано, нет? Это гениально. Вот, Иисус воскрес! Воскрес, восстал. А я не воскрес! Я же не говорю, что я тебя буду воскрешать. Я хотел Иисуса продемонстрировать. Это говно какое-то, мне кажется. Кто это сказал? Во, уже первая оплата. Так, все, кому нравится шоу, сдавайте деньги. А если денег нет, что делать? То я тебе скажу так, что ты их заработаешь однажды. Итак, я сейчас тебя подниму. Смотрите все. Давай магию. Давай. Магия. Магия! Есть! Прекрасно! Ура, это великолепно! Неплохо! Кто следующий хочет магию? Я. Выходи на сцену. Ты у нас доброволец, да? Да. Отлично, вставай вот здесь. Вот где этот круг. В центре круга. Это круг. Сейчас тебя отправят в мир мертвых. Итак, готовы? Сейчас этот человек окажется в Аиде. Итак, раз, два... Бам! Бам-бам-бам-бам-бам! Так, это немножко не то, что я планировал. Но это... Охренеть можно! Я понять не имею, как это получилось. Магия непредсказуемая. Надо сделать, чтобы это исчезло! Извините! Вот! Вашу мать, как это работает! А можно вопрос? Вы можете доказать, что вы... Этот маг. Потому что я тебе не доказал, он КамАЗ из воздуха сделал. Ты что, КамАЗ не видел? С облаков с неба спустился. Скажите, ты из этих скептиков, да? Вали отсюда со сцены. Тебе ничем не угодить. Да даже сам я охренел только что. Я сейчас поверю во все. В чудеса. Кому нравится шоу, сдавайте денежки. Поддержите начинающих. Я умереть не хотел. Так, давай, кто хотел умереть? Иди, вставай в центр. В центр этого круга. Вот стой и жди. Сейчас вы увидите... Как человек умрет. Итак, ты готов умереть? Я же готов. Раз, два, три. Умереть от смеха, конечно же. Смотрите, он стал уморительной обезьянкой. Это брат мой. Ну как тебе? Я так же, можно? Хорошо, давай, иди, вставай в центр круга. Итак, ты готов, Иисус? Конечно. Сейчас я коплю ману. Итак, я готов. А ты готов? Я готов. Раз, два, три. Так, ну давайте теперь деньги сдавайте. По соточке начинающим магам. Расступитесь, друзья. Я сейчас превращу человека в фиолетовой рубашке, в которой в кругу стоит. Сейчас будет магическое превращение. Сим-салабим!
Нормально получилось. Отлично, я хочу оваций. Это не чудеса, друзья. Это обычная магия. Давайте все скидываем по косарю, кто сколько может. И тогда я начну превращать вас во что-нибудь. Давай в центр круга. Кто считает, что он готов к этому? Хорошо, я сейчас вас превращу. Вас обоих птиц? Да, да. Хорошо, давайте в птиц. Сейчас все эти ребята в кругу превратятся в чаек. Белых прекрасных птиц. Готовы? Раз, два, симсалабим! Пау! Пау! Ладно, это, конечно же, не чайки, но птицы хотя бы. Аплодисменты и деньги, пожалуйста. Уберите кота из курятника! Уберите кота из курятника! Так, что ж, пришло время магию закончить и превратить этих всех несчастных пернатых в людей обратно. И стань человеком! Оп! А почему петухи-то пропадают? Они становятся людьми. Я уже столько фокусов показал, но никто еще денег не дал. Быстро денег давайте. Так, кто хочет теперь исчезнуть? Кто хочет исчезнуть? Просто исчезнуть? Да, давай, просто исчезнуть. Я хочу быть невидимым. Вот, вставай в круг. Итак, человек сейчас исчезнет. Раз, два, три. Боже мой! А верните обратно-то моего друга. А, я понятия не имею, куда он делся. Я набираю энергии, погодите. Последний номер. Чтобы его увидеть, вы должны скинуть деньги все. Хотя бы по соточке, по соточке. Ой, спасибо, ой, спасибо. Ой, как мне приятно. Итак, теперь я встану в круг. Для этого человек со шлемом должен отойти. Отойди, пожалуйста. Все, никто не подходите ко мне, никто не подходите. Сейчас вы увидите что-то невообразимое. Все отойдите. Сейчас я вознесусь. Невозможно, невозможно, не верю. Оп! О, нет, этого я никак не ожидал. Вот этот фокус им точно понравится. Я лечу! Оп! А что же, все разошлись, что ли? Ну да, не, нормально, хорош, не, красавчик. Ты, братан, не подумай, мне совсем не больно. Я просто... отдыхаю. Давайте, я медика вызвал, они сейчас приняли, они тебя вылечат. Ладно, давай, раз уж мы тут стоим, чтобы было чем заполнить тишину, давай я тебе сделаю последний трюк. Я угадаю первую букву твоего имени. Ну, давай. Ты должен настроиться, подойди ближе. Так, давай. Это буква...